китайских Starbucks'ах нет главной фишки этой кофейни. А если быть точнее, то даже она цифровизирована. Если в Китае, покупая кофе в Starbucks, вы назовете свое имя, на вас просто удивленно посмотрят. Более того, даже не поймут, что вы называете имя, ведь для китайцев это просто набор букв. В Китае мы просто сканируем код своей электронной карты Starbucks, и имя печатают вместе с заказом, который клеят на стакан. Конечно, так проще найти свой кофе среди других, но это ощущение индивидуального подхода к каждому клиенту теряется. Согласны?